Her vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, oyun səfərlər, bölüm 14. Qaldığımız yerdən davam edək. Artıq iki gündür ki video qoymuram, ikinci gündə olacaq. Üzr istəyirəm ona görə, bəzi işlərim var idi, ona görə video qoya bilmirdim. Belə formamızı geyinək. Телефону götürək и кулак Вида, ты готов? Похоже, я готов. Меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруно, нам капец. Если мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работенку за хорошие бабки. Эдди бир яхшы кула ишти. Правда? Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Силаху кёту. Здесь не одна из твоих блестящих идей. Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно, так ты в деле? Почему бы и нет? Яхшы, ты сам когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Мен дир Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Bir dəqiqə dir həyətdə əslində. Okey, qapıdan çıxan kimi həyətdə olacaq. Belə də oldu, həyətdə gözləyir bizi. Yaxınlaşa bir maşına. Qəşəng maşın. Belə. Nifiga себе у нас тачанка. Эдди нам дал ее под эту работу. Эдди бу машину бу işə görə verib. У меня до сих пор башка. Машина отдыхает. Едем в Гринфилд. Хэд из Ирпашмо. Вчера нажрался, что ли? Гринфилд. Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скончается и без проблем. Ага. Поехали в Гринфилд. И в Гринфилд и гидач. Гидай, дышни, гидай, да. Ладно. Теперь ты мне расскажешь, в чем дело? Мы просто туда доедем, шлепнем одного и уедем. Почему? Эдди сказал, это услуга семьи из другого города. Преследую гонщика! Он мне дал конверт с инструкцией. Понял. Сказал, все должно быть сделано чисто и непременно сегодня. Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали и вот только-только нашли. И боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Ну, значит, заслужил. Погоди-ка. Он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по несколько штук, так что дело того стоит. А ну как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны, верно? Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то еще. Ладно. Тут сказано, надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнее. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу туда. Понятно? Да. Ты что, меня за идиота держишь? Ну, тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. Окей, Пеля. Не даншла, не совет для дарин. Ну, ладно, не заходи. Demek, söhbət ondan ibarət oldu ki, danışdıqlar söhbət. Deməli, bir nəfər var, öz ailəsi, o da mafiyanın içindeydi, öz ailəsini federala saxladı. Federal tərkibəsi, federala saxladı, söz-sözdür, kriyasal ailə. İndi onu aradan çıxarmaq lazımdır. Aradan çıxarmaq üçün də vardı, ona bir iki dənə yaxşı söhbəyirsən, ondan sonra onu aradan çıxardırıb. Okey, Vito deyir ki, bəs Joe, bəs Eddie'yi özləri niyə eləmirlər, bizə deyirlər. O da deyir ki, şeyə baxın, cavaba bir dənə baxın, deyir ki, bəs şeydir. Adamı votovu tapdılar. Bir adam nə qədər əldən çıxıb tez bazar. Ona görə isə bunların cavabı məntiqsiz cavabı nə isə. Okey, bir də dedik ki, bir də dünənkinə görə axı o bundan qabaqçı görünə bildiniz ki, ara girdi səhv ki. Tayozada qırpın törətlər axı. Çin şəhərsində, kiçik Çin şəhərsində Çin tayozada qırpın törətlər, millətli qırpınlar. Dedi, o haqda səndən soruşsa, deyilən ki, biz orada olmamışıq, biz axırıncı və gördüyümüz kitay qılıq göz lapşa satan olub, o lapşa bildinizsə o lapşa neydi? Panda işi, panda filmdə lapşa şeydir, yiyirdi, panda. Elə bir şey də oxuyur, okey. Hə, deyir, o görmüş, deyir, bir şey də deyir ki, sən mənə dəli şeylədiyim, bildiyim.
mən dəliyəm, başqaraqam deyir. Deyirəm, yaxşı. Obşitəl söhbətləri bundan ibarət idi. İndi dedi ki, bəs bildiyi nə demək lazım deyirə bildiyim. Şimdi geldi bu həmin adamı ortadan çıxarmağa. Sok almışam. Vitamin. Albalı. Onu burun çəkin başa. İçməmişdən qabaq çaldım. Siz də sujetə baxın. Əla. Vitamin sok əla. Mister Anjelo. Да? Bəli. Mister Salieri передаёт вам привет. Mister Salieri sizə salam deyir. Salam göndərib daha doğrusu. Aha, öldürdülər. Aradan çıxmaq lazım. Описание. Рост 6 футов, новые волосы, худощавый. Вот те парни. Я пошел, пошел! У нас тут убийство! Объект вооружен! Говорит агентку! Ясно! Сейчас, блин! Аранец, вот. Это федералы! Он и правда был под защитой. Эдди славится тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Zəhləmizi tökməsinlər. Okey, okey. Gir maşını biraz dələcək. Vitamindən də çək. Ah, qəşək. Bu nə biabırsıq idi, mənə çatmadı. Bir icra idi, belə bir şey başıma gəldi. Добрый день, мистер Скалет. О, вы не так сильно, я бы сказал. Расскажи, что тебе нужно. Еще один довольный клиент. Ирина, мемнун мюштери. Gördüm мемнун. Baha, çox baha remont edirsə, onu deyirəm. Maşın ömrəsini dəyişdik, tanımasın. Paltar dükkanına girməliyik. Polis burdadır. Maşın pisəndəni ona görəm. Orada gidir. John. İstədiyi yerə bıraxaq. Все, дышки на дышь. Желаю удачно добыть свою половину денег. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно, до встречи. Бир пулун ярсына тапмақ да сана оқырра. Не заман жайлай ку мэнэ шейлэ. Элэгэ сал. Окей. Дэмізде гидэк. Машина кинэдэ бур. Описание. Рост 6 футов, тёмные волосы, худощав. Понял. Belli biz. Biz bura silah yerine getməliyik. Çünki bura ehtiyatımız var. Aradan kirayı məhlədən. Görməsin. Polis, polis gəlir, polis gəlir, polis gəlir. Polis, polis, polis. Çək, çək, çək. Polis.
Сейчас Архан тебя дашь на тебя. Maşını tərk edəməliyik bu şey. Forma da dəyişməliyik ki, düzəməli hərəkət edəcək. Bunların əlində imkan yoxdur. Maşını dəyişdik, amma formanı dəyişməliyik. Forma da dəyişməliyik. Yoxsa hərəkət edə bilməyəcəyik. Dəqiqə baş polis. Axtaracaq bizi, imkan verməyəcək oyunumuzu oynamağa. Maşın da sürətli maşın da mı? Nə deyil, əsək mi Dur, polis gəlir. Polis gəlir, polisə uğurlar. Polis. Salam. Aradan çıxdım, aradan getdik. Gedək. Dördüncü bölümdəyik. Öldük, gördünüz, dəydi öldük. Əziyyətimiz batdı, bu qədər əziyyətimiz batdı. Bunu görürüm, lənətə gəlsin, bu qədər əziyyətimiz batdı, ay kişi. Ay qardaş. Düş. Tez, canımız bərk olsun. Düşünək. Dəyişək birinci. Qatlarımızı dəyişək. Üzü, qatlarımızı dəyişək. Çünki yoxsa bizə rahatçılıq yoxdur. Простите, моя. Приветствую, сэр. Рада вас видеть. В чём дело, сэр? İndi nə edirik? Gedirik. Bura, silah yox. Silah dükanına gedək. Tutun ya napadenie na polismena. Hayır, iş gedir şimdi. Понял. Toxunmadı da sənin maşını. Artistə qoymuş. Tutun ya napadenie. Heç nə olmamış, heç nə açmıyor. Görək.
Ne sakladın burada? Sür git ya. Vitamin sokundan da şey. Vitamin sokun. Tetra Pak. Az Granta. Polis çık git de. Polis əsəbləşdirir mə, valla çıx get qılma uğurluyum da. Добрый день, сэр. Кому нужна пушка без патронов? Heç kim, əlbəttə. İndi sənə xərclədiyim pulları səndən götürəcəm, burada nə var ki? Пока, заходите ещё. İndi заходите edəcəm, bizdə. Aslında o üzüm... Описание. Рост 6 футов, темные волосы. Добрый день, сэр. Добрый день. Хам музы грым сюда. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. У нас тут убийство. Объект вооружен. Понял. У нас потери. Валите урода. Вас понял. Тебя как следует отлично.
тысяч. Да он маньяк! Живым не берем! Понял. А, блин, Эрбор, сумная дальше. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Ой, простите, сэр. Вас понял. У нас тут убийство! Объект вооружен! Ой, дурач. Понял. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. У нас потери! Валите, урода! Ой, дурач. Вас понял. Öldüm bura. Hayda bu ne program tipeli ha. Он не окей, потом тигрич. Ой, кошель. Növbəti silah yerimiz. Всем постам! Отбой тревоги! Может... Будьте крайне осторожны! Разрешаю открывать огонь! Всем постам! Отбой тревоги! Машина дышит. Növbəti silah yerinə gedək. Polislər çalışan qalan kəsirlər. Mən görəm.
описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вас понял. Опа. У нас тут убийство! Объект вооружен! Ясно. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. У нас потери! Валите, урода! Вас понял. Да, с копами на хвосте нельзя. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Понял. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Всем постам! Отбой тревоги! Альбектон. Надеюсь, он теперь в лучшем мире. ДТП, водитель хочет скрыться. Понял. 5000. Преследую гонщика. Ясно. Все, давай наверим кикать. Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Спасибо, офицер. Ладно, чтобы я тебя больше не видел. Нет. Макласки и сыновья только лучшие! И пушки, и патроны! Окей, вини. Берегите себя! Полисер имчан вермедлер, нам урма, урнию, алакчими. У меня тут белый с серьезным оружием! Вас понял. У нас тут убийство! Объект вооружен! Понял. Чай, 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 чай.
чем-то. Geldik direktin yanına. Görevinde iş var bize uygun. Ortana kazanmak. Эй! Вито! О, спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Слушай. Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Дерек, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй. Черт. Вито, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер. Придурки напугаются и думать забудут, как бы вставать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно. Кто от таких денег откажется? Ну, ладно. Делов-то. Стой рядом и делай морду кирпичом. А, Стив? Увидим. Окей, демали, söhbet neden gelir? İşçiler işlemir. Birinci düzü başka işe göre gelmişti. O iş dediler, gözleyebilir. Esas bu işe gidecek, sonra o işe gidecek. Şimdi demali, işçiler işlemir. Эти уроды тупорылые, хрен знает, что о себе думают. Меня с ними не в первый раз проблемы. Знаешь, сколько их там? 3, 4, 10, я там не знаю. Какая разница? Я просто... И что будем с ними делать? Все зависит от того, как пройдут трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти разевали. И все поняли, какие вы тупы. Чаттых. Так, ага. В чем проблема, парни? Возьмите большого Джона опять на работу. Тут я решаю. Да, Джон, не иди еще как-то. Я вам говорю, что он уволен. Burada her şey мне карайдер. Мягче дерем, что мен лучше не У него семья, ему он нужна работа. Var, он я уже все решил. Ну что я говорил? Полегче. Мы хотим уладить все. Мираки, мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен выкинет. Ну, спасибо, он молодой человек. Чтобы я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну, так это его руки, его проблема. А теперь марш за работу, пока у самих руки и ноги целы. Ах ты, ублюдок! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не могу. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что, если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. İş axtarmaq istəmişsə, on dəqiqəcində hər kəs yerində olsun. Vito? Vito? Ты же сын Скалетты, да? Ой, отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Ну, как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом. Быстро. Не слушай его, Вита. Давай, пошли. Угоню. Вита, этот мерзавец убил твоего отца. Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй! Можно пушку убрать, а? Ты спросил его, как твой отец утонул в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим? Уже безработным. Мы с тобой давно знакомы, Вита. Подумай об этом. Почему ты был мокрый? Ты нырнул и пытался его спасти. Да потому что он не хотел. Закрой свой рот. Вита, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность
родным. Скажи это моей матери. Мне его убить. Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Сон он вообще Леви. Али Левич. Ты меня разочаровал, очень разочаровал. Я тебя не просто разочарую, Дерек. Окей. Ты мой шерафсиз битва. Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. Нигде ты это взял. Не важно. Отлично. Хороший шанс. Давай вмажем жирному ублюдку. Давай вмажем. Все за мной. Не нужно этого делать. Лишний ствол не помешает. Витя, давай. Bilmirəm, bunlar yə məni. Яблочки от яблони, да, Вито? Окей. Ты здесь сдохнешь, Вито! Ты делаешь самую большую ошибку в своей жизни. Об этом узнаю. Ага. Ча-ча-ча-ча. 40 чипс один на вас. Ой-ой-ой-ой. Когда мы с тобой разберемся, пойдешь на делаешь самую большую ошибку в своей жизни. Ты здесь сдохнешь, Вито, как твой папашка.
тебя прав. Скучаешь по папе, Вито? Не волнуйся, скоро встретим. Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. Теперь оказалось, что я иду за ним след в след. Но хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. А как же копы? Размещение тебя спросят и на без едри хара обра. Я магазин ярня да бурски все машина пар. А бурски. Сладкий на ярах, скоро бурски. Преследую гонщика. Вас понял. Дешевле не бывает. А ну марш отсюда! Я тебя не боюсь! Bu ne paltar başı biz gezdik. Su xəcalət çəkirik görəsən. Рада вас видеть. Иди-ка лучше на улицу со своей пушкой. Пожалуйста, диспетчер, преследую нарушителя. Ясно. Уходи отсюда. Адьяму, адьяму, суппито. Çatmır pulumuz. A bu nə bir yabırsınızdır? Haydi oğlan.
Pulumu satmıyorum magazin. Ona böyle yer var. Здравствуйте, спрашиваю вас, сэр. Уходи отсюда! Что же вы сделали? Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Неди, Азербайджан дельмирам он. Уже нарад олмага баштадым. Может, Джо встречается с Энди в Соколе? Belki de Joe Aiden'in yanındadır. Belki de. Gitti Aiden'in yanına. Kalk biraz orada da canımızı berk ederiz. Bize de maşın lazım. Вито! О, Вито! Ну, наконец-то! Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Генри что? Китаёза его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Нет. Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. Что случилось? Генри дурак. То есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал, что дело запрямное, но попался. Карло его простил, только взял большой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди поля. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, я не клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной.
Тогда вам повезло. Карл сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Пойду-ка к Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Джузеппе, я на детном штангах, где она? Выпейте чего-нибудь, мистер Скалетто? Привет, Нейлис. Ждем вас снова, мистер. Надо яхше, шарсель. Мин машина, мин гедек. Где Джузеппе, я? Джузеппе, да билдис, лап, мин гедек. O müharibədən bir de sənə hazırlamışdı, müharibədən tarihine getirdiğine göre. Həmin adam gelirdi yanına. Polis, usta bir sən tutma. Преследую гонщика. Necə preslet edə bilərsən ki? Vas понял, слышишь? Dördüncü bölüm, konkret uzun bölüm oldu ya. Tutarmak bilmiş. Bilirsiniz hemen o silah düşenlerini yarmakın məqsədi burunun pulunu hazırlamak idi. Ona göre girirdim. Vaxtına göre uzaktım. Çözüb beni yanına çatdı. Çözüb be senden yüreğine haber. Çoğunu görmem sen. Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направлялся? Нет, сдается мне, он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Ну, Лоса. Может, в Мона Лизу? Это их бар. Черт. Что-то не так? Мона Лиза, дир оларом бар. Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буана фортуна, Вито. Добрый день, Вито. Да, тебе на Вито. Это я хорошо отсели, мачерда. Кептик. Буана бая, вене моли моли. Надеюсь, итальян дилина сетиет. Demek ki Mona Lisa bağırdı. Gaz verme mümkün değil. Gaz veren kim maşın? Canavar kim tırmak? Canavar üstüne baktım tırmak alabilir. Neyse gidelim. Çok tanışmıyorum. Gidelim. Mincini yıkıp bağırdan. Mona Lisa vardı. Vardı adı Mona Lisa. Gittik. Aha, çattık Mona Lisa ya. Yüreğine hak hesap. Kolumuz ne kadar? 27.678 dolar 80 sentler. Okay. Girdik. Стоять, и может не убью. Привет, парень. Стоянсон, бельчу. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Терпим. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить, Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. Без глупостей, пожалуйста. Что у бармена пальчики подрагивают. Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел? Тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы что, тебе ничего не сделали? Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти мужики говорят, что хочешь. Ну не волнуйся. Там отличный вид. Все? Окей.
Ага. Зиби. Зиби. Какого хрена, Джо? Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Башха, молодыш. Клёво. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом. И надеется, что я ему покажу. Идиот. О-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе нечего с нами так поступать. Нечего. Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китайцы сходят с ума. Все словно полоумели. А теперь желтокожий еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит? Я весь внимание. Мистер Винчину, я без понятия, что происходит. Поверьте, мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Опа. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Еще. Еще, да. Опа, кашан гурдлар, добрая. Ага. Арта да была. Оф, ерева. Мать твою! Твою же мать! За ногу! Öldürdü ya. Silahını bulan. Silahını bir beş. Silah olmadı. Aha, arkadan yakınlaşır. Onu oradan atadı yakındı. Burayı görürüm ha. Burayı görürüm. Hala. 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 Davay. Şunu. Huuu. Gitti. Okey. Gel içine ya buna. Aha. Karar olmasın. Sen de şunu götürek. Hara gelirsen bir tut görek. Это что за ш... Terenden ha orada. Öl git. Sıkında boğup öldürdük. Öldürmek istedim yani ki. Boş git. Neyse. Gidek içince. Anı o. Şu harda. Şu. Şu ha de orada arkada. Sen de buraya gel. Kırını basırıq. Hala. Hava üstüm. Vuuu. Gitti bu da. Okey. Silaha kesmeyin. Tam vaxtı. Öl. Lazım idiyse. Ölmedi. Şimdi ölersen. Hoppa. Bir gülle besindi. Şeye girer yedek. Ben de öl. Öldürdük, ne edirik? Hedef period, ya prikroy. Düşürük aşağı. Mangul.
Ой, могу на махом. Тама. Уф. Могу на хэ. Во-первых, она пощадила. Как тебе это понравится? Öldürdüm bizi, gözümü çarptım. Eşek. Sonra ne var? Daha niye bu yer? Hanı niye? Aha, buradaymış. Yeah.
Gözümü körler ya dışarı. Давай, гриби сюда, Вида. Büyük dinle. Вита, ага. Они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. Ладно, сейчас доставим тебя к Эльгрека. Иди, Вита, лапер конкрет, мэн. Мэн, это для меня хэчем надо. Вилл, Вилл, я хочу сам, где не будет. Gideyim bırak onu. Gitti Elgrat bana hekimin yanı. Elgrat da birisi seni. Dağın üstüne kaldı hekim. Полегче. Şehirden kırarak. Да, конечно. Ой, блин. Кашляю. Будто мне каждый раз первым под ребра вгоняют. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Слушай, Вита. Спасибо, что пришел на помощь. Я воспевал с той школой. Мы с тобой в одной лодке, как всегда. Ты расслабься уже, пока ты преследую гонщика. А то правда придется перо тебя всунуть. Понял. Нашел, мать твою. Время комедию ломать. Окей. Полицейский вперед, полицейский. Не из сильного дома задушился, но по... Или бы сада так сам машину сюрать, да? Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно, не, не. Бер Бруно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Мне надрали задницу. Что за день такой? Тут еще один из ваших. Кто? Его зовут Антонио Бальзам. Тони Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Он ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Это кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Поздно. Везение кончилось. Кто следующий? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да. Но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно. Заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вида. Спасибо. Конечно. Поправляйся. Вида, цохсал. Йолда бештеха цохсал, где бизнес Вида. Со 27500 яр пулда Вито Джо берди. Олду пулмаз негада 55178. Доллар. Бабки. Окей, гедерик Бруно. ДТП, водитель хочет скрыться. Вас понял. Окей. Преследую гонщика. Ясно? Say
Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно, это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Belə 14-cü bölümündə sonu, növbəti bölümdə görüşərik, özünüzə yaxşı baxın, Allah amanlığı.